Зарина Гизикова с булавами уже на площадке. Гимнастка, которая сегодня стала первой во всех финалах. У нее есть шанс добавить к трем первым местам еще одно. Сложнейший бросок в конце композиции, когда бросается сначала одна булава, делается кувырок, затем второй кувырок и ловится вторая булава. Вообще его рискуют вставлять в свои композиции немногие гимнастки. Особого бонуса за него нет, но эффектность этого элемента заставляет рисковать, в частности, в конце упражнения. Большой риск не поймать одну из двух булав. А теперь давайте ждать оценки Симоны Пеечевой, Тамары Ерофеевой, Анны Бессоновой и, конечно, Зарины Гизиковой.